Вітаю усіх. Це проект Good as You про толерантність і про доступ до прав. Говоримо ми у цій програмі. Ми це я, Христина Петрик і Нікіта Пермяков, мій співведучий. Добрий вечір. Вітаю. Нашим сьогоднішнім гостем є Борис Золотченко. Це голова осередку всеукраїнської громадської організації Гей Альянс Україна у Дніпропетровській області. Вітаємо вас також. Добрий. З Борисом ми зустрічалися рік тому. Це теж були дні напередодні Одеса Прайду, і ми говорили, що ж відбувалося у Кривому Розі. А рік тому якраз в Кривому Розі вперше також організовували і провели Марш Рівності. Цього року була дещо інша історія. Сам Марш Рівності як хода не відбувся, але різні заходи в межах Прайду, Маршу Рівності все-таки відбувалися. Борис, розкажіть, як цього року в Кривому Розі з толерантністю і з заходами, пов'язаними з Прайдом? На самом деле, всі мероприятия, которые мы запланировали, прошли в полном объеме, и все было так, как мы действительно планировали. Приходили люди, участвовали в разных ивентах. Мало того, у нас было, скажем так, были приглашены представители и патрульной полиции, и городской полиции, и журналисты. Мы делали небольшой такой праздник для них, награждали, отмечали тех людей, которые что-либо в прошлом году сделали для повышения видимости ЛГБТ-сообщества, для более толерантного общества, и поэтому, в принципе, все было хорошо. Единственное, да, мы не организовывали в этом году сам марш равенства, но это были как бы по объективным причинам. Марш равенства совпал с выборами народных депутатов, и поэтому у полиции не было, скажем так, дополнительного ресурса для того, чтобы обеспечить правопорядок. К сожалению, мне кажется, что город еще не совсем готов к таким потрясением, да, вот. Это показал прошлый год, когда мы несколько раз меняли локацию, проводили, а те люди, которые хотели противостоять маршу, они просто бегали за нами по нашему длинному большому городу и не могли нас поймать. Вот мы в этом году были как бы готовы проводить его, но полиция, к сожалению, не смогла найти тот ресурс. Ну и мы на самом деле не настаивали на том, чтобы это произошло. Нам главное было сохранить хорошие отношения с полицией, и я думаю, в следующем году марш пройдет в полном объеме. Вот, и, наверное, даже больше, чем... В данном случае у полиции не было ресурса, или это была такая позиция о том, что каким-то образом избежать вот данного шествия и сказать, что окей, у нас нет ресурса? Нет-нет. Дело в том, что прорабатывали наш марш, и было все окей, но потом неожиданно на нашу голову свалились внеочередные выборы, то есть этого никто не мог предугадать. Вот заранее. И поэтому, ну, действительно, это, скажем так, мы не можем проклонировать полицейских, которые бы охраняли выборчи дельницы и также соблюдали, ну, помогали соблюдать порядок на марше равенства. Какие еще были мероприятия, когда проходило вот дни, да, этой прайд-недели, и были ли какие-то провокации другие, были ли какие-то случаи зарегистрированные, в частности, в полиции? В три дня прайд-недели, как, да, вот мы проводили, у нас были очень разные ивенты. Они были посвящены и феминизму, и профилактике ВИЧ. У нас был отдельный очень большой блок по новой терапии, которая называется ПРЭП. Это предконтактная терапия ВИЧ. Вот, на самом деле собрала очень много людей, и те статьи, которые делали СМИ по этому виду там профилактики, они, ну, набирают действительно большое количество просмотров, потому что она же доступна не только для ЛГБТ-сообщества, да, то есть не только как бы для геев, это вообще, ну, хорошая вещь. Вот, у нас были ивенты, связанные с партнерскими какими-то отношениями с другими организациями. Мы рассматривали варианты сотрудничества. Вот. А по поводу провокаций, ну, скажем так, была у нас одна небольшой маленький инцидент, скажем так, это когда представитель, как он представился, правого сектора, организатор Катехон в Кривом Роге, пришел посмотреть, что у нас происходит. Ну, мы мило пообщались, минут где-то 15-20, и он, в принципе, я надеюсь, удовлетворенный общением, покинул помещение без всяких эксцессов, никто не пострадал.
Вот. Мы действительно поговорили. А мне очень понравилось то, что этот человек говорит о том, что как бы они не хотят делать провокации, не хотят, как говорят, ну, никого бить, да. Вот. И из его уст прозвучала фраза, что в следующем году, когда мы будем это делать шествие, то они займутся теми, кто на нас будет нападать. Угу. Вот. Це була очень странная позиция. Да. А ви вірите в це? У вас справді виник діалог із поліцією, із правими організаціями? Ну, поки я не можу сказати, це був єдиничний случай, але на самом деле для себе я зробив таку пам'яточку в голові, і я дійсно дуже сильно хочу пообщатися з представителями різних правих груп, поговорити о том, що ми живемо в одном городе, да, в одной стране. У нас есть один общий закон для всех. И мы абсолютно не против контракций. Мы всегда говорим о том, что мы хотим просто, чтобы эти акции проходили мирно, чтобы не было провокаций, не было пострадавших. И мы вполне готовы идти по одной стороне улицы, они пускай идут по другой стороне улицы. Самое главное, чтобы не было именно вот, ну, кровавого мессива, как кажут, да? Вот. И если они готовы так сделать, то мы бы договаривались бы с ними, чтобы если какие-то люди, которые захотят что-то спровоцировать, чтобы они сами это контролировали. Потому что с нашей стороны агрессии точно не будет. В прошлом году, узная такую новость, да, что при поддержке уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины организация обратилась в мэрию Кривого Рога с просьбой быть предельно внимательным к принятию решений на тему, это был как раз закон про пропаганду, да, который подавали. Как отреагировал горсовет, соответственно, и как отвечала власть в этом году? Вот именно по той петиции, которая была написана горсоветом, власть никак не отреагировала. Дело в том, что петиция была написана, ну, принята с нарушениями. И поэтому как бы она не имеет никакого весомого значения, поэтому в принципе, ну да, она существует, но по ней никак, ее никак нельзя правоприменить. Поэтому, ну, это для нас тоже как бы ок. В этом году вот мы то, что говорили, что награждали тех людей, которые были повышали толерантность в нашем городе и видимость ЛГБТ-сообщества. Ну вот мы наградили нашу мэрию тоже дипломом за то, что они вот подняли такую тему серьезную на таком высоком уровне в нашем городе. Угу. Як загалом містяни самі ставляться до того? Прайд же ж анонсували події різні. Яка була реакція мешканців? Скажем так, я понимаю, что, конечно, я общаюсь с определенным кругом людей, да, но из моего круга людей все поддерживали. Ну, я не могу сказать, что... Притом это, ну, я не обязательно представители ЛГБТ-сообщества, да, но это те люди, которые, с которыми я действительно общаюсь. Их много. Могу сказать, что был такой случай, когда меня в маршрутке... Значит, я вот сажусь в маршрутку, да, на меня бежит человек, и думаю, все, сейчас будут бить. Он такой, какой вы молодец, что вы это все делаете. То есть для меня это было, ну, вот, ну, как бы гордость, наверное, внутренняя. Вот это было очень... Это было неожиданно и очень здорово. Вот. И по постам под комментариями, скажем так, в СМИ, там, где были презентации, конечно, есть очень много негативных комментариев, но, как правило, это небольшое количество людей их пишет. То есть это одни и те же люди, вплоть до того, что часть из них это просто боты. Вот поэтому мне кажется, что чем больше мы говорим о том, что есть, то, что это не только наши проблемы, да, но вот эти проблемы они касаются на самом деле очень многих слоев населения. И я думаю, что люди поймут, и в конце концов, им должно быть на самом деле все равно. Кто с кем спит и кто чем занимается. Какое количество более таких активных ЛГБТ-представителей и людей, которые поддерживают идеи толерантности в Кривом Роге? Вообще, как обстоит вот ситуация с активизмом в Кривом Роге? У нас был небольшой период, когда комьюнити-центр наш находился в очень маленьком помещении. Мы вообще работаем довольно продолжительное время без финансирования, то есть это чисто на волонтерских как бы началах. Вот, то немножечко упало количество активистов, да. Ну а почему? Это как бы по объективным причинам. Мы не можем обеспечить там время, к примеру, да, для проведения каких-то мероприятий. Почему? Потому что у нас, ну, нет такого помещения, мы не можем собрать нужное количество людей, вот, в помещении в этом. В прошлом году нам очень сильно помогли немцы из Мюнхена. Это хор Мелодива, это ЛГБТ-хор, это лесби-хор. Мелодива. Девушки сделали такой марш-бросок на велосипедах, проехали, по-моему, 420 километров по Германии,
за каждый проезженный километр им давали какой-то донат. И эти деньги были направлены, ну, нам на то, чтобы мы сняли помещение в аренду. И, в принципе, вот мы год уже снимаем за их деньги это помещение. И количество людей увеличилось, то есть количество посетителей, гостей. Когда увеличивается количество гостей, людям становится интересно, и они хотят тогда, они начинают понимать, чего им не хватает, каких прав, и они начинают вести более активный образ жизни, скажем так. Они начинают защищать эти права, соответственно, количество активистов увеличивается. Сейчас, ну, как бы такой статистики прямо мы сейчас не ведем, вот, но я могу сказать, там где-то 30-40 человек, вот действительно активистов и активисток, которые как бы готовы выйти и отстаивать... свои права. Что касается грантовых денег, да, потому что постоянно, когда мы говорим в эфире, да, с оппонентами, которые выступают, соответственно, против ЛГБТ и прав человека, да, они как раз говорят о том, что грантоеды, которые пожирают гранты и так далее, поступали ли вам такие вот комментарии, когда вы стали финансироваться с помощью Германии? Вы знаете, очень часто об этом говорят, да, и говорят, что мы там напрямую финансируемся из фонда Сороса, там, или еще что-то. Ну, это, да, говорю, это ну, классика. Классика жанра. Да, но я говорю вот сейчас на то, как на самом деле обстоят дела. Все, что есть в нашем комьюнити-центре, это то, что принесли волонтеры. Вот. Единственное, что огромное спасибо, еще раз повторюсь, это мюнхенцам за то, что они поддержали нас. Это там есть большая инициатива, есть, называется Киев, Мюнх Киев, Киев Квир. Вот, они, этот хор Мелодива входит в эту организацию, скажем так. И еще раз, огромное им спасибо за то, что они нам помогли, и мы все-таки можем расти, развиваться дальше. И все остальное, это ну, даже если это какие-то деньги, то это деньги, которые я зарабатываю, вот, работая там с компьютерами, да, это какие-то средства, которые жертвуют наши посетители. Ви єдина організація ЛГБТ, яка працює в Кривому Розі? Недавно у нас появилась нова організація Протега, но я не могу... Ну, это именно вот как ЛГБТ-организация. Протега, но я не могу пока сказать об их там успехах, потому что это не моя организация. Угу. А есть ли какие-то другие способы досуга, да, кроме вот, допустим, комьюнити-центра, да, куда могут ЛГБТ приходить в Кривом Роге, там ночные заведения, какие-то специальные там кинопоказы и так далее. Как проводят досуг вот, ЛГБТ-представители? Я понял. В нашем городе нет ни одного гей-клуба. Ну вот так, по-честному. Были ребята, которые когда-то проводили гей-вечеринки, ну, гей-лесби-вечеринки, они арендовали, например, у нас есть такой большой клуб «Олимп», вот они его арендовали и проводили именно тематические вечеринки. Сейчас, к сожалению, этого нет по разным причинам. В основном это, опять же, финансовые причины. Люди обнищали, ну вот по-честному скажем. Аренда возросла, посетители обнищали, и поэтому это просто не приносит финансовой выгоды организаторам, и они, соответственно, перестали это проводить. Вот, мы на своей площадке, ну, скажем так, опять же, у нас новое помещение, у нас есть танцпол, мы раз в 2-3 месяца проводим какие-то тематические вечеринки у нас. А насколько консолидировано вот сообщество, если мы берем ЛГБТ, да, и каждую литеру, соответственно, отдельно? Лесби-тусовка, гей-тусовка, ну, бип и транс, я думаю, что об этом говорить. Хотя бы между вот лесби и гей, да, сообщество. Насколько это вот происходит? Коммуникация, готовы люди вместе встречаться, отдыхать вне формата активизма? Смотрите, как бы, ну, чтобы было понятно, да, лесби, би, гей, там, транс, люди — это... люди. Это их, ну, да, там, сексуальная ориентация или гендерная идентичность, но она никак не соотносится ни с их вкусами, ни с их взглядами на жизнь, там, на политическую или еще какую-то, да. То есть это все равно разные люди. Поэтому, как все люди, они формируют свои какие-то группы по интересам, кучкуются, скажем так, да. То есть у нас есть, к примеру, инициатива такая, которая там вела
проезды, да? То есть, ну, вот так, у нас, об этом я слышал. Читал. Да, у нас есть, ну, она никаким образом не относится к нашему комьюнити-центру, она у нас просто есть, это отдельные люди, которые собирают всех любителей велосипедов, и они ездят по нашим там карьерам. Радужные покатушки или что-то, как-то она так называлась, интересно. Вот. То есть, ну, люди делятся по интересам. Кто-то любит ходить в кино, они собираются группами и ходят в кино, и они никаким образом, ну, не привязаны к комьюнити, да? Именно комьюнити-центру. Поэтому мне сложно говорить. Вот, я могу сказать, что на... из тех групп, которые я знаю, таких 6 или 7 групп, которые вот именно собираются по интересам и занимаются там своим досугом. Интересно. Нашел новость о том, что 18-19 мая в Кривом Роге, это в этом году, да, когда как раз Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией, проводилось мероприятие, то ли это фестиваль, не могу понять, «Найди равновесие», да, и читаю новости о том, что в данном случае были достаточно активные оппоненты, радикальные оппоненты, и сорвали один из тренингов. Как это происходило? Были ли вы там? И какие комментарии? Меня там не было. Дело в том, что я должен был прийти на следующие сессии, не с самого начала там находиться. Вот. Это инициативная группа «Ревновага», это девушки, которые профеминистические, такое у них направление. Вот, мы с ними сотрудничаем, они у нас иногда проводят свои ивенты на базе нашего центра. Вот, они решили провести вот этот вот, ну, фестиваль там, но назывался у них как фестиваль. Да, к ним пришли оппоненты, я об этом узнал из Фейсбука, то есть я просто, ну, случайно открыл Фейсбук в тот момент, когда туда зашли оппоненты, и у меня была прямая трансляция. Единственное, что я смог сделать сразу, это просто вызвать полицию. Вот, потому что было непонятно, что происходит там. Я вот по той информации, которую я получил, вызвал туда патруль. Вот. А туда, кстати, вот приходил тот же товарищ, который и к нам приходил. Mm-hmm. Вот это вот, вот он и был. Вот. Я не могу давать оценку, я не могу говорить о том, что было правильно, что неправильно, правильно построен диалог, неправильно. Ну, то есть, ну, так случилось. Я читаю, вот, кстати, что организаторы фестиваля вызвали полицию, но наряд прибыл лишь через час после звонка на горячую линию 102. Да, и все это время участник тренинга и их противники были в одном помещении, как я понимаю, вели беседу между собой, кто прав, кто виноват, выясняя жизненные позиции, защищая свои убеждения. Ну, естественно, потом были написаны заявление. То есть это был диалог или фактически... Я там не присутствовал, и видеозаписи буквально там 5 или 7 минут, поэтому я действительно говорю, что я не могу ничего mm-hmm. комментировать, потому что я не знаю, что там происходило. Я могу лишь комментировать то, что когда ко мне пришел этот товарищ, ну, мы в течение 20 минут решили все вопросы, и нас обещали защищать. Mm-hmm. Кстати, вот смотрите, пишут, что в комментариях под постом Генри Демьяновича, это человек, который курировал данный тренинг, да, был uh-huh. тренером, вот он написал пост в Фейсбуке, и там мнения участников разделились, то есть людей, которые там присутствовали. Одни считают, что организаторы должны были сами обеспечить максимальную безопасность участникам фестиваля. Другие же настаивают на том, что порядок нужно обеспечивать в равных долях с полицией. Вы как организатор мероприятий, да, ЛГБТ-мероприятий, какой больше придерживаетесь стороны? В моем понимании, если я организовываю какое-либо мероприятие, я должен просчитать все риски и обеспечить безопасность участников. Я для этого могу привлекать полицию, могу привлекать частную охрану, могу ставить бронированную дверь. Но это мои заботы, и, ну, то есть это должен сделать я. Я должен отфильтровать участников, я должен понимать, можно ли давать публично информацию о проведении таких мероприятий, или это должна быть закрытая какая-то информация для какой-то группы людей. Ну, то есть вариантов на самом деле очень много. Но главная позиция – это то, что тот, кто проводит мероприятие, тот за него несет ответственность. Я вам могу сказать, что на следующий день, так как у них возникла проблема с помещением, там, где они проводили, им вроде как отказали, мы безоплатно предоставили свое помещение, и там довольно удачно прошел воркшоп. Угу. Ви були жертвою нападів в прошлом году, да. Так, минулого року. Як пройшов останній рік? Чи зменшилася кількість погроз? Відчуваєте себе безпечніше в рідному місті? Наверное, да. Наверное, просто я, як знаєте, подзакалился, я не знаю, как это сказать правильно. Вот. А на самом деле угроз стало меньше, но сейчас они, честно, сошли на нет, вот, кроме странных комментариев под постиками. Вот. Полиция, в принципе, к сожалению, не нашла нападавших, закрыла это дело. Вот это как бы
очень показательно, что полиция не может работать в полной мере. У нас, к сожалению, ну, я не знаю, как в других регионах, да, но у нас очень сильно отличается патрульная, к примеру, полиция от полиции, которая ведет расследование, да, потому что патрульная полиция, ну, действительно, все новые ребята, девушки, да, то есть они прошли какие-то специальные курсы, специальное обучение, а вот сличи, да, они остались те же, они просто переименовались с милиции в полицию и особо ничего там не изменилось. И можуть гомофобию вважати виправданням злочину. Да, вполне. Дело в том, что когда я подавал заявление, я не знаю, там рассказывал в прошлом году, не рассказывал, даже те люди, которые принимали у меня заявление, не отказывались это делать, потому что, ну, на каких-то своих там гомофобных соображений. Ну, в итоге приняли заявление. Ну, да, потому что у них не было выхода на самом там деле. Там было указано о том, что это было на почве ненависти, гомофобии, в частности, преступление совершено. Это было написано в самом заявлении, конечно. Мы отдельной строчкой прям прописывали, что просим вас будить дело именно по статье. Вот. Но дело не было возбуждено, соответственно, по этой статье. Это была просто обычная хулиганка. Поэтому... Ну, в любом случае, я так понимаю, что общественность была привлечена, об этом писали. Да, очень много. Это не помогло. Нет, абсолютно никак не помогло. Вот могу сказать, что, ну, скажем так, полиция оправдывается тем, что хоть там и была куча камер, но почему-то они не писали в тот момент. Угу. Вот, и говорят, что они провели много следственных действий, но да даже среди тех группировок, которые как бы могли бы там быть, но им сказали, что нет, никто за это ответственности не берет. Ну, знаете, детский сад. А стає саме місто відкритішим? Відчутно, що там люди більш готові приймати іншість? На самом деле, ну, це мої личні, звісно, відчуття, наш город доволі відкритий. И большинству людей абсолютно все равно. Я еще в прошлом году об этом говорил. Им абсолютно все равно, ей ты или там это натурал, да? То есть, главное, знаете, меня не трогай, и все будет хорошо. Но также люди очень подвержены воздействию других мнений. И когда появляется какой-то человек, который начинает кричать, что это плохо, люди начинают думать, да, может быть, действительно это плохо. Поэтому это такая-то, ну, на самом деле, это всегда идет борьба между здравым смыслом и, к примеру, там, какими-то, как это правильно сказать, там, церковными, там, духовными вещами, да, то есть, поэтому у нас же церковь против, у нас же они тоже там пишут всякие странные постики по этому поводу. Ну, церковь одна из фактически главных оппонентов. Люди, пока они не слышат там батюшку, который кричит, что их надо вбывать, да, они говорят, что ну, нормальные пацаны, и все нормально, да. Вот, тут батюшка там что-то ему там вальтанулось, он решил проповедь такую провести, да, все такие, давайте будем бить геев. Mm-hmm. Это неправильно. Ну, то есть они слушают лидеров мнений, да? И вот кто на себя перетянет, тот и выиграл. Да, недавно об этом как раз говорили, о том, что по большому счету так называемые диванные активисты, фейсбук-активисты, да, они очень легко меняют мнение, да, и появляется более авторитетная фигура, и они моментально могут даже кардинально поменять свое мнение. Два года назад в Кривом Роге был такой беспрецедентный такой эксперимент, когда по Кривому Рогу в День всех влюбленных ходили два парня, слышали об этом? За руки. Ну, это мы снимали. Вы снимали. Интересно поговорить, потому что я знаю, что это вроде инициатива «Кверхом», «Кривой Рог». Да, соответственно. И когда проходили по городу, открыто снимали, что говорили люди, как относились, была ли какая-то опасность? На самом деле за этими людьми сзади шла, ну, скажем так, она шла скрытно, толпа, то есть мы вот по поводу души безопасности мы всегда говорим, да, то есть так как мы это организовывали, мы пытались сделать так, чтобы это было максимально безопасно для участников, и поэтому сзади шла небольшая, как бы, да, шли хорошо обученные люди, которые могли в случае чего защитить этих ребят, вот, но этого не понадобилось. Ребята прошли очень спокойно по одному из самых оживленных районов нашего города, это так называемый соцгород, вот там, где находятся там рынки, всякие бизнес-центры, ну, всякая такая штука. И людям было абсолютно все равно. Там было пару или тройку человек, которые, ну, просто обернулись такие от удивления в основном, и все. Комментарии давали? Я так понимаю, что с камерами были? Мы с камерами были, да. Ну, знаете, комментарии типа «нифига себе». Вот в основном это было вот так. То есть, чтобы кто-то сказал что-то против или что-то еще, нет.
Абсолютно. То есть это, ну, для меня это тоже показатель. То есть это тот район, где, ну, действительно представлены все жители нашего города. Они туда приезжают, да, очень многие с разных других районов. И, ну, это все было очень, очень открыто и очень хорошо. Как вы считаете, такие методы достаточно провокативные, как на мой взор, почему? Потому что провокативные, да, наше общество еще не готово. Вот нужно ли таким путем идти, или, возможно, как бы вот как-то особо не провоцировать то гомофобное население, которое, в общем, только и ждет повода для того, чтобы высказаться? Дело в том, что я не совсем понимаю, в чем провокация двух людей, стоящих и любящих друг друга. На самом деле это была пара, то есть это были не просто взятые два человека, да, два парня. Mm-hmm. Это действительно была пара, которая, ну, на тот момент прожила уже почти год вместе. Вот, да? Это действительно их желание. То есть, ну, наши желания очень простые. Нам нужно, чтобы мы могли свободно себя чувствовать, да? Выражать те же эмоции и те же, ну, показывать те же вещи, которые делают остальные люди. То есть у нас, ну, вот я сейчас как бы вернусь к нашему прайду, да, который был в этом году. У нас была часть, посвященная партнерствам. Да? И мы действительно просили у людей, вы с человеческим языком скажите, что вы хотите? То есть давайте без этих заумных фраз, там, типа наследование имущества третьего колена, там, да, вот просто скажите, что вы хотите? Вот зачем вам партнерство, да? Вот, и часть людей сказала, мы хотим свадьбу. Мы хотим действительно, чтобы это был праздник. И чтобы нам не нужно было бояться ехать в другую страну, заключать там какое-то партнерство или брак, да, возвращаться здесь, хранить под подушкой этот документ. Мы вот этого хотим, то есть обычную элементарную вещь. Мы хотим, чтобы мы были там два в костюмах, да, и нас не побили. А потом мы сели в машину, объехали 7 мостов и повесили замочек с надписью «Коля плюс Вася равно любовь». Ну, то есть обычные, простые человеческие потребности, скажем так, да, чувства. З емоціями пов'язані. Емоції, да, да, да. Після того, як президентом нашим став земляк ваш з Кривого Рогу Володимир Зеленський, він любить і своїх родичів, і своїх друзів дитинства брати з собою в команду, соціальні ліфти для них відкривати. Ви з Зеленським не знайомі? Ти м'яко сказала так. Робота в мене така. Скажем так, я можу сказати, що ми когда-то з ним пересікались, ну, це було дуже давно, це ще в мою там юність і його юність. Вот, в учебном заведении. Вот, но мы не знакомы, так, чтобы сказать, что мы там знакомы. Я точно знаю, что он меня не помнит и вообще. Я как бы его, ну, когда он стал комиком и актером, да, вот тогда, возможно, ну, тогда я его вспомнил, где же я его видел. Вот, мы там и в КВН пересекались, у нас тоже была команда КВНовская, мы тоже пересекались на одних площадках. Ну, вот, то есть, как бы все это самое. Но я могу сказать другую интересную вещь. Так, наверное, случайно получилось. Вернее, действительно, так случайно получилось. Наш комьюнити-центр находится в доме, в котором вырос Владимир Александрович, да? Угу. Вот, чтобы я ничего не напутал. Владимир Александрович. Вот, и мы периодически видим его маму, которая сидит во дворике. И, в принципе, для нас это очень большой плюс, потому что я думаю, что никаких сильных провокаций и нападений в этом доме просто не произойдет на наш комьюнити, потому что очень часто возле нас стоит просто охрана президента, и поэтому как бы это очень круто. А ви знайомі з мамою? Вона знає, що це за організація знаходиться в їхньому будинку? Ви ж працюєте відкрито? Да, ми ніколи нічого ні від кого не скривали. Ну, опять же, з другої сторони, ми ж не ходимо, не говоримо. Ми є організація, ми в вашому домі, любите нас. Вот. Конфліктів з сусідами у нас немає, у нас все дуже, дуже мило, дуже дружно. Ну, ми убираємо свій участочок, ми там наводимо порядок. В следующем году мы будем делать там красивое озеленение. Мы уже договорились с одним человеком, который этим занимается. Вот, поэтому, вот. А все наши предыдущие офисы, которые мы снимали, мы тоже очень сильно дружили с соседями. Вот, предпоследний, скажем, ну, не вот этот, который мы сейчас сняли, а тот, который был маленький. На самом деле это была двухкомнатная квартира на первом этаже со входом через общую площадку, то есть даже не отдельный вход. Мы просто снимали, потому что финансирования совсем не было, и мы пытались хоть как-то сохранить наш комьюнити. Вот. Так, когда мы уезжали, соседи плакали, они прощались с нами, говорили, на кого же вы нас покидаете, кто же сюда теперь заедет?
Кстати, интересный вопрос по соседству, да, в Одессе такая история была, это было года 4 назад, когда Квирхом Одесса, да, был на Коблевской улице, потом они уже меняли помещение несколько раз, но тогда прямо вот это был двор-колодец, и прямо напротив Квирхома двери находилась дверь в главный офис в момент правого сектора, чтобы вы понимали, да, и, да, и тогда как раз смешно было, не то чтобы смешно, но и, ну, удивительно о том, что как раз правый сектор, какие-то там их оппоненты взорвали им дверь, соответственно, да, и мы пострадали только потому, что взорвали правый сектор, хотя никаких провокаций не было, и курили все в одном месте, на одной лавочке. А загалом, я би ще щодо політичної ситуації і суспільної поговорила. Мене от часто зараз питають, прийшов до влади новий президент, чи дозволить він одностатеві шлюби, чи будуть реєстровані партнерства. Звісно, що питають люди, які десь пов'язують помилково президентство Зеленського і можливість отримати такі права, але за вашими відчуттями, є шанс? Ми бачимо, швидкі зміни продовжуються в країні, є запит на ці швидкі зміни. Чи будуть зміни в плані ЛГБТ? Ви знаєте, я поки не знаю. Це мої опасіння. И поэтому я реально не могу ответить на этот вопрос. Дело в том, что, ну, на самом-то как бы деле президент не решает эти вопросы. Это решается через парламент. Понимаете? Вот. Но так как большинство в парламенте тоже пропрезидентское, поэтому я реально не знаю, чего ожидать. И поэтому, ну, это для меня стресс. У нас был в эфире Слав Шеремет, да, не так давно или давно, пару месяцев назад. И он говорил очень интересную идею о том, что на самом деле работа большая проходит в правовом поле, да, и не принимаются некоторые законы. Допустим, там с 1 января вступил закон о однополом насилии, изнасиловании в частности, да. Когда раньше там мужчина и женщина, все, что женщина, женщина, мужчина, мужчина, насилием не признавалось, да. И он говорит, когда этот закон был принят, тогда мы об этом уже сказали, написали. То есть, возможно, что такой путь, как бы тихий, да, вот должен быть, и потом уже оглашать. Возможно, не нужно кричать, что нам нужны партнерства или там гей-браки, да, вот сначала нужно, чтобы закон был принят, а после этого сказать. Как вы относитесь? Можно, но это уже называется о том, как вы добиваетесь того, чтобы какой-то закон был принят. Знаете, меня, если честно, меня очень сильно напрягает кулуарное принятие законов. То есть, когда мы пришли, там, ну, там, поговорили, там, закон приняли, а потом все. Ну, то есть, мне кажется, что не совсем правильно для демократического-то общества. Ну, это все равно должно как-то обсуждаться. Это все равно... То есть, понятное дело, что мы сейчас говорим о меньшинствах, да, и большинство может не поддержать эту идею, но это как раз тот случай, когда мы должны... Ну, когда нужно показать большинству, что меньшинство такое же, как оно, как большинство, и имеет право на какие-то там вещи. Притом это не привилегии, ни в коем случае, это продолжение... прав большинства меньшинству. Угу. Вот, понимаете? То есть, я не знаю, ну, кулуарно, ну, опять же, я не совсем политик, да, вот, я больше такой прямой, і грубо сказати. Не будемо про політику, але будемо про те, як так сталося, що Кривий Ріг став третім містом в Україні, де проводили прайд. Это, по всей видимости, потому что первое, у нас, да, действительно довольно много активистов, которые, ну, вот, имеют свою активную позицию, да? Вот, это первое. А второе, наверное, потому что это круто. Ну, удивительно, почему. Для Кривого Рога. Да, у нас недавно был гость, буквально, да, который из города Запорожья, да, который говорил о том, что там есть один активист, публичный активист, да, который как раз приезжает сейчас в Киев. Что же мы будем делать? У нас не останется людей, которые готовы идти, об этом говорить публично. В Кривом Роге другая ситуация. У вас там мощная комьюнити, да, и публичная комьюнити, которая готова к диалогу. Вы знаете, я не могу сказать, от чего это зависит. Ну, в любом случае, это зависит от людей, да? Вот. И от людей, то тех, которые, ну, возможно, ну, опять же, я не люблю хвалиться, да, то есть я не хочу, чтобы это звучало как похвала. Мне кажется, что это зависит еще от тех людей, которые стоят, ну, во главе движения. Ну, действительно. То есть чем более открытый человек стоит во главе, тем больше открытых людей будут его поддерживать. Тем больше будет открытых людей. Но это мое личное мнение. Я же говорю, я очень не люблю похвалы и хвалить себя. Ну, понимаете, то есть это
Яшка рубит, я сейчас это говорю. Это один из путей, правильных путей, когда люди, которые публично люди делают камин-аут, да, и тем самым воспитывают определенную толерантность у своей группы, там, фолловеров, да, фанатов, людей, которые, для которых они являются этим вот каким-то значимым лицом. Интересно следующее, что в этом году вы были в Киеве, да, и в новостях писали, что камеры зафиксировали постоянную участницу радужных шествий Брунгильду Голден, да, это Борис Золоченко. Она была в костюме монахини и за свой образ получила множество комплиментов. Костюм монахини, это про что? Ой, там целая предыстория, на самом деле, до этого костюма монахини. Незадолго до этого, как ни странно, в Польше, одна художница сделала арт-работу, на которой была изображена Мать Иисуса, да, Дева Мария, с радужным нимбом. И ее оштрафовали за, как это... Скварнение святыни, да, вот наругу. Что-то такое, да. Вот. И на самом деле мы хотели, ну вот наш там несколько человек, мы хотели сделать подобные плакаты, вот, и выйти, ну, соответственно, связав это с образом. Вот. Это не получилось, наверное, хорошо, что это не получилось, потому что это совсем была бы провокация. Да, мы как бы передумали, решили, что все-таки, ну, не будем мы так сильно издеваться над верующими. Вот. А костюмы остались. Это первое. А второе, ну, на самом деле, как бы, знаете, вот очень многие говорят, там, да, тот же катехон. Да, они же как верующие идут. То есть, несмотря на то, что они ведут там какую-то праворадикальную деятельность, да, но то они там нападают на представителей ЛГБТ, оскорбляют их, но они прикрываются церковью. Вот. А вообще, насколько я так помню, да, я как бы атеист на самом деле, но насколько я так помню, в Новом Завете Иисус сказал: любите всех. Любите ближнего своего. То есть Бог — это есть любовь. Если вы отступаете от этих канонов, ну какие же вы тогда верующие? Вы должны любить, и вы можете осуждать, как говорят, грех, но не осуждать грешника, да? Поэтому вы можете говорить о том, что там, гомосексуальность — это грех, да? Но вы не должны ничего говорить про тех людей, которые грешат. Те люди, которые захотят услышать вас, они услышат и там придут к вам. Те, которые не захотят, ну, это их дело. Мало того, я могу привести такой пример. Ну, это для меня был, конечно, культурный шок. Опять же, я вернусь к Германии, к Мюнхену. В прошлом году в Мюнхене был большой фестиваль ЛГБТ-хоров. Various Voices. Да, и даже Квертик Квир Хор, это наш детский. Квертик Квир Хор, да, Криворожский хор, Voices My Life там был на этом фестивале. Вот. Это было очень интересно, когда на Мариенплац, ну, насколько я помню, это вот, значит, это одна из центральных площадей Мюнхена, вот, собралось 3500 представителей ЛГБТ-сообщества, и они полтора часа давали концерт, они пели. Вот. Рядом находились соборы, которые работающие, действующие, в которых были священники, священнослужители. С другой стороны находился президентский дворец. Ну, он, правда, сейчас музеем сделанный. Вот. И, как говорят, ни у кого не подгорело. Там из полиции было человек 10, я максимум насчитал, полицейских. Да? Вот представьте себе, на этой площади большие радужные флаги. Люди в ЛГБТ-символике. Все прекрасно знают, что это ЛГБТ-хоры. И они открыто, свободно пели, радовали окружающих. Это было, ну, на самом деле, очень потрясающее зрелище. И никто не умер. И никто не стал гомосексуалистом вокруг. Тут тоже мягко сказали. Сегодня у нас вообще такой эфир мягких выражений. Вот, поэтому этот образ был еще связан с тем, что, ну, давайте как-то соизмерять свои там потребности, там, я не знаю. То есть, если вы хотите, пожалуйста, вы об этом можете говорить, но, пожалуйста, не призывайте к насилию. Вот, иначе мы создадим свою церковь и посмотрим, кто выиграет. Сложные теологические дискурсы, потому что на самом деле, вот сегодня реальная история, да, еду на работу, то есть сюда на эфир, и таксист говорит, куда я, говорю, угол Пушкин, ну там угол Пушкинская, первая городская, говорит, а, это ваша рекламная кампания там по всему городу, там из-за Прайда и так далее, да, я говорю, да, наша, и политика канала такая, и я 40 минут слушал как раз про Бога.
да, и абсолютно иное мнение, нежели, допустим, говорите вы, да, то есть очень сложно не запутаться вот в этом вот, в теологии, да, в этих вот религиозных вопросах. Багато трактувань. Я сейчас очень-очень быстро, я просто как бы сделаю такую ремарочку. Вы знаете, у нас на самом деле на базе нашего офиса собираются верующие ЛГБТ. То есть люди, которые вот на самом деле могут потягаться с, в теологических каких-то знаниях с представителями церкви, потому что они действительно верующие, но это действительно люди, которые верят, которые изучают Библию, да, которые там что-то это самое. И, в принципе, вот это очень здорово. Потому что, я еще раз повторюсь, мы все люди, мы все имеем какие-то свои интересы. Да? То есть это единственная вещь, которая нас отличает от, к примеру, гетеросексуальных людей, то, что мы любим людей одного с нами пола. Все. Это даже не про секс. Это именно про отношения. Интересно. Все. Если вернуться к прайду, который происходил в Киеве, в частности, марш равенства, вы были там, да, камеры вас увидели. Как это проходило, какие впечатления вот в этом году, потому что организаторы говорят, что было 10 тысяч человек, мы смотрели трансляцию, мы делали пост-эфир, да, с людьми, которые были на этом марш равенства. Очень интересна вот личная позиция. Это про гордость, какие чувства возникают, когда вы стоите в колонне, страх, есть ли это? А в этом году у меня было, ну, мы приняли с моей там коллежанкой решение не идти в там, где была платформа Drag Queen, да, угу. Мы хотели быть, как говорят, ближе к людям. Почему? Потому что вот несколько лет подряд, да, мы как бы отдельно, да, я понимаю, что мы как иконы едем впереди, там, да, это ваша. Ну, платформа, кстати, не было. Да, не было в этом. Да. Ну, так получилось. Вот. А мы шли вместе со всеми людьми. Мы даже не, у нас не было как бы организаторской колонны. То есть мы шли в середине марша, там, где закончились организации, и там, где начинались просто вот люди, которые захотели присоединиться к маршу. И это очень здорово. Знаете, я в этом году получил, ну, очень колоссальное моральное удовлетворение, потому что я видел очень много своих знакомых, друзей, которых я так в обычной жизни не могу встретить, потому что мы в разных городах живем. Вот, ну, на самом деле, было очень здорово. По поводу количества, много. Действительно было много. Я вообще принимаю участие, наверное, самого, ну, не самого первого, который не удался, а вот с 2013 года, со самого первого удавшегося марша равенства. Вот, не в образе, просто как человек. Вот. И я с каждым годом вижу все больше и больше людей, которые приходят. И приходят не просто представители ЛГБТ-сообщества, да, но приходят и гетеросексуальные люди для того, чтобы поддержать равенство в нашей стране. А что касается личной безопасности, потому что вы, у вас был такой перформативный выход, да, вы были в образе определенном, это тоже требует подготовки, это нужно себя одеть, да, сделать там мейкап, после этого как-то приехать, зайти и потом оттуда выйти еще. Да, дело в том, что на протяжении 2 лет до этого это все обеспечивали организаторы шествия. В этом году организаторы сказали: делайте сами, что хотите. Ну, так случилось. Вот, поэтому, чтобы сильно не рисковать, ну, опять же, так сложились карты, как говорят, да, так случилось. Громадское ТВ хотело снять сюжет, и они предложили свою машину нам добраться и, соответственно, уехать. Поэтому mm-hmm. у меня, ну, проблем не возникло. На всякий случай мы, конечно, были готовы, мы имели с собой мирскую одежду, чтобы где-нибудь там в переходе снять макияж и просто переодеться. Угу. Mm-hmm. Що у фокусі діяльності вашої організації зараз, якщо говорити про ваше місто рідне, які проблеми там і що би ви хотіли розвивати, які напрями, які потребують підсилення і розкриття? На самом деле, мы, как бы наш комьюнити работает довольно давно, да? Вот, и у нас есть устоявшаяся программа, которая вот, ну, по работе с гостями. Тут у нас нет такого сейчас, чтобы мы диктовали, что нужно сообществу. Мы всегда спрашиваем, что вы хотите. Вот то, что я говорил, что у нас очень много волонтеров и активистов, да, поэтому программу они сейчас придумывают сами. То есть то, что какая есть потребность у сообщества, то мы и пытаемся реализовать у нас. Могу так вот анонсировать или сказать, что мы планируем, на самом деле мы хотим, ну, то есть так складывается, что у нас очень много молодежи. Действительно, очень-очень много молодежи. А людей старше там 30-35 лет, на самом деле, ну, у нас такой провальчик.
Вот. Ну, потому что у них свои интересы, им не всегда, они не всегда открыты, вернее, всегда не открыты в большинстве случаев. Вот. И мы сейчас думаем над тем, как бы вот с сентября месяца запустить какую-то, какие-то ивенты, какие-то мероприятия именно для вот этой категории людей, чтобы они могли приходить, не бояться, что их увидят или раскроют, и в то же время, ну, то есть мы же никого не заставляем быть активистом. Вот. А вдруг кто-то из них захочет. Угу. Это было бы тоже здорово. То есть мы хотим как-то вот предложить что-то им. Мы сейчас действительно попытаемся понять, что необходимо этим людям. Ви згадали, що серед вашої спільноти є люди, які релігійні, які якісь релігійні практики сповідують. А чи священники є, які їх приймають? Дружні до спільноти? К нам періодично приїжджає священник із Сполучених Штатів Америки. Я зараз не вспомню, як його звуть. К сожалению. Вот, он обычно приезжает на лето и потом уезжает. Вот, но так они в повседневной жизни, они, конечно, ходят в обычную церковь, и, конечно, они скрывают то, кто они есть. Но когда есть Джим Малкихи, как-то так его зовут, Джим, вообще не Джим, отец Джим. Вот тут, когда он приезжает, то, в принципе, ну, это для них счастье. Потому что они тогда действительно могут пойти там исповедоваться ему так, чтобы не быть осужденным. Интересно, да, у нас был опыт, мы приглашали священника, да, и у нас был хороший диалог, и мне казалось, что это какое-то начало какого-то диалога, да, и в итоге, когда этот эфир был уже, когда эфир был в эфире, простите за тавтологию, пошли комментарии, достаточно, причем комментарии стороны ЛГБТ-сообщества, да, которые писали не совсем корректно, и священник сказал, больше я к вам не приду. Почему? Потому что с вами вести диалог невозможно. Он назвал это гомофобией, таким вот образом. Сказал, что диалог завершенный. Да. Ну вот, опять же, я всегда говорю, то есть, ну, мы объединяемся по какому-то одному из признаков, да, ЛГБТ-сообщества, вот, но мы вообще все разные люди. Это вот точно так же, да, вот я хотел там когда-то сказать, что, смотрите, вот почему-то все считают, что представители ЛГБТ — это там все слабые, все жертвы, да? Вот, на самом деле я очень часто останавливаю некоторых там представителей наших, да, от того, чтобы они не побили наших оппонентов. Ну, потому что это просто как бы принцип, наш принцип работы. Это не потому, что мы там боимся или потому, что мы слабые, а потому что просто, ну, мы не хотим конфликтов. От саме на повазі до рівності ми тут наголошуємо у нашій програмі Goodies You, Борис, дякуємо вам за розмову. У мене ще один вопрос. Ну, давай, маєш ще кілька хвилин. Буквально дві минутки. Хочу спросити про Брунгільду Голд, да, про этого персонажа. Про вашего персонажа, да, вот как она появилась, как она живет сейчас, то есть какая у нее такая внутренняя экспрессия происходит, как она себя проявляет? Скажем так, появилась она 8 лет назад, появилась она на самом деле, ну, случайно к нам, вот я говорил о том, что приходили серии вечеринок для ЛГБТ-тематических, вот, и очень часто приглашали разных там дрэг, квин выступать на сцене, да. Вот. Ну, первое, так как это было не очень, приносило не очень большой доход, то приглашали, ну, скажем так, не очень высокого класса артистов, да. Вот. И с этим надо было что-то делать. Вот. А мой крестный, у него был свой балет. Он был директором балета, его партнер был худруководителем этого балета. Вот. И мы так почухали, знаете, нашу репку. А давайте мы что-то сообразим. Ну, то есть, как бы опыт есть, почему бы нет? Вот. И мы попробовали сделать, знаете, как фирменный продукт. Да, конечно, поначалу это тоже было не очень качественно. Ну, по крайней мере, у меня. Но потом это все переросло в довольно-таки неплохой продукт, и поэтому это классно. Вот, к сожалению, сейчас оно не приносит денег, но это больше за затраты, потому что платьев у меня больше, чем мужских костюмов. Вот, а до какого-то определенного, ну, скажем так, до событий, которые произошли у нас в Украине там в 2014 году, это довольно было прибыльно, потому что Брунгильду приглашали на разные ивенты, проходящие в нашем городе. Она выступала в разных там
на разных площадках там. Вот. И при этом ее заказывали как бы натуралы. Это было все окей. Да, это было очень здорово. То есть они все заказывали, у меня там есть один номер, там, где я в конце снимаю парик. Ну, все понимают, что это все-таки не женщина, а мужчина. Вот, и это как бы коронный номер, и всегда его просили поставить на конец, вот когда народ уже трошки нагулявшийся, все, они там испытывают культурный шок, но в принципе всегда все было отлично. Это один из способов, как можно найти методов, как бы, да, как идти в народ, в гетеросексуальный, сексистский народ, да, и, соответственно, получать вот такую реакцию, да, толерантную реакцию, когда люди понимают, что ничего в этом страшного нет. Спасибо, Борис. Спасибо вам большое. Голова осередку Всеукраїнської громадської організації «Гей Альянс Україна» у Дніпропетровській області Борис Золоченко був сьогодні з нами. Я Христина Петрик, Нікіта Пермяков. Це проект «Good as You», в якому ми говоримо про рівність, говоримо про доступ до прав і повагу одне до одного. Дякуємо вам, почуємось.